Не знаю я, конечно. Еще справку бери. Скажите, где я могу ознакомиться как гражданин с выводами комиссии? Об итогах этой выводов комиссии, о последствиях, которые будут после реорганизации социальной инфраструктуры. Госпожа Лыткина, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы можете мне ответить на мой вопрос? Я спрашиваю у госпожи Лыткиной, как у должностного лица, где я могу получить информацию? Вы можете подойти к госпоже Лыткиной, и вам эту информацию... Я подходил, она мне... Подойдите ко мне, я вам покажу. Когда? Завтра. Она в открытом доступе есть где-то? Нет, на сайте? Не для открытого доступа. Подходите. Ну, там должны быть последствия, да? Оценка последствий, которые связаны с переездом этой школы.